Привет, девочки, сколько там процентов мальчиков, которые меня смотрят? Раннее утро, смотрите. Еще нет, извините, у меня и 7, сегодня воскресенье. Сегодня была первая ночь в новом домике. И мы уже собираемся уезжать, потому что сегодня жутко плохая погода. Вот. Показывает, дождь идет и идет за окном. Мы, наверное, сейчас попьем чай-кофе и отсюда рванем. Ну, сегодня первая ночь была, в принципе, нормальная. Вот такую печку уже поставили. И мы сегодня решили здесь спать. Такую конструкцию папа тут доделал. Ой, у меня еще плохо брожет голова. Тут такой стеклянный потолок. Вернее, это тьфу, стеклянный, говорю. Такой зеркальный, хотела сказать. Вчера натопили, было даже жарище. Так что спать было нормально. Блин, не наводит. Не на черное. Ну, ничего такая, с дырочками, с какими-то печками. Отсюда жар такой вчера шел из этих дырочек. В общем, здесь еще, видите, стройматериалы стоят в углу. Все много еще чего не доделано. Дверь вот на ночь закрывали на такую вот щеколдочку, чтобы нам никто не влез. Здесь вот такая штучка. Ну, я не знаю, папа так придумал. Ой, вы еще не смотрите, здесь половина стройматериалов. Тут такой стол. Типа для работы. И тут куча инструментов папиных. Декоративная такая красивая полочка. Она уже 100 лет у нас. С какой-то квартиры, я уже не помню. Там еще вверху тоже какие-то лаки, фигаки. Вот. Старый тут холодильник стоит. Такой вот потолок красивый. Папа его такой декоративный сделал. Такой вот. Вот тут хорошо видно. А дальше выход. Берем. Выходим на свет дневной. Ой, здесь сразу холодно. Вот такая веранда. Я сегодня думала, встану утром, сяду вот в это креслице и буду сидеть кофе пить. Ну нафиг, холодно. Мы решили, что мы сейчас уже уезжаем. Здесь вот такое окно, туда вот, видите, на внутреннюю пустелю. В домике темно, поэтому плохо получилось поснимать. А, вот. Здесь такая веранда, здесь будет стоять стол, стулья. И это южная сторона. Вот тут вот внизу папа купил, это он стоит на сваях дом. Это такая тоже декоративная фигня. Он будет закрывать, ну, в общем, пространство там, где сваи по периметру. Окошки мне Марина сказала, открываются эти. Открывать сейчас не будут, блин, потом вдруг не закрою. Вот так вот. Южная сторона, и видно весь огород. Здесь дверь, правда, что-то они ее покрасили так позорно. Но все это еще будет доделываться. Это тут на первый раз. Выход такой на крылечко тут. Тоже все не доделано. Вон там Олежка кричит. Сейчас я его издалека вам покажу. Ну, курить мне еще что-нибудь. Мерзнешь? Давай сделай мне кофе, я сейчас иду. Иду уже. Замутил меня уже. С 6 утра говорю, пошли домой, хлопно. Правда, сегодня что-то не очень. Здесь вон крылечко недоделанное. Что делать, крылечко надо? Ну вот так вот.
Соседи тут кое-кто ночевали, потому что с вечера слышно было разговоры. Ну, в общем, первая ночь наша нормально удалась, было тепло, нормально. Единственное, что погода нас подкачала. Да, тут еще свет не проведенный, папа еще не додел, поэтому мы вчера, вот тут у нас интим был такой со свечкой. Вот так вот. Сейчас я вам еще покажу, там меня спрашивали, что это дом на сваях. Я говорю, ну да. Сейчас я покажу, как он по периметру еще выглядит. Пошла в новый домик. Иду. Блин, мокрая и холодно. Ну что такое? Всю неделю было жарко. А сегодня вот такая бяка. А, ну вот кто меня спрашивал про сваи. Вот он домик на сваях, видите. И вот тут папа как-то по периметру все будет закрывать. Вот тут еще крылечко будет. Видите, он на таких как бы сваях стоит. Сейчас покажу, кофе тебе потопить. Подожди. Кричит там, что-то кричит. Ну вот, видите, тут как-то на каких-то сваях стоит. Ну, показала. Яблони, кстати, будем убирать, спиливать. Вот эти вот все. Все, решение принято. И слава богу, у нас осталась одна яблонька. Это вот это. Даже вам сегодня нечего показать. Вот она, вся цветет. Нечего вам, ребят, показать, потому что неохота бродить по огороду и что-то показывать. Холодно и мокро. Ну вот, вы видите, там дырка такая. Он стоит на сваях весь. Вот так вот.